Итак, продолжаем тему с гостем нашей студии Игорь Иванов, академик Российской инженерной академии, доктор технических наук. Игорь Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ямочный ремонт. Дорого и ненадежно. Как решить эту извечную дилемму? Ямочный ремонт – это прерогатива России. От ямочного ремонта практически все страны отказались. Практически все страны. Поэтому надежды на него никакой нет. Надо применять другие технологии. Ну а в чем проблема? Почему не переходим к другим технологиям? Другие технологии, ну, они дороги. Нужны большие. И у нас маленькая производительность труда. Вот я вам хочу сказать, что мы дорогу до Баунта строили 20 лет. Угу. Дорогу до Бама мы уже строим, ну, сейчас уже, наверное, летоисчисление, уже никто и не помнит, когда ее начали и когда ее закончат. Вот это наша производительность труда. Вот мы говорим о дороге на БАМ. Ну а возвращаясь к ямочному ремонту, все-таки вот при нынешнем финансировании что можно сделать? Ну вот, например, нет денег. Как решить проблему при вот этих деньгах? Ездить по плохим дорогам. Только так? Только так. А есть ли гарантии у ямочного ремонта? Ну, гарантия какая? Как правило, вот, ну, на моей памяти, сколько я за этим делом наблюдаю, полгода она стоит, эта ямка. Вот. Потому что это же, ну вот был асфальт, а сейчас мы другой асфальт. Они не родные братья. Они не могут друг за друга сцепиться. Вот. Mm-hmm. И поэтому проходит время, начинается вибрация, и эта заплатка отклеивается. То есть, когда весной асфальт сходит вместе со снегом, к подрядчикам претензий быть не может? Ну, претензии надо ругать. Понимаете, если не ругать, то вообще еще хуже будет. Mm-hmm. Поэтому и жаловаться на них, и проверять, и в газетах там писать про них. Все это надо. Но в то же время понимать надо, что вот проблема такая. Mm-hmm. Ну, а все-таки состояние дорог Улан-Удэ, вот, по вашему мнению, как эксперта, по сравнению с другими городами, регионами, насколько оно хорошее либо плохое? Мы все время жалуемся вот, на наши плохие дороги, однако они ну, лучше, по моему наблюдению, в среднем, uh-huh. чем в Иркутской области и чем в Чите. Вот я вам приведу пример. Вот я его приводил, по-моему, еще на какой-то вот встрече здесь было. Примерно 49-й год, 50-й год, с Мухоршибири, когда шофер ехал в Улан-Удэ, ему выписывали путевку на 7 дней. Вы представляете, 7 дней. Угу. 3 дня туда, 3 дня обратно. Один день здесь, на базаре там, или какие-то вещи он там потом. Вот. Сейчас мы делаем 2 рейса в день. 2 рейса в день. А угу. говорить про дорогу Мухоршибирь или там Баунт вообще не приходится. Их не было. Этих угу. дорог, ну, были только направления. Угу. Они предназначены были не для машины, а для вот телег. Угу. Тележная дорога, ее так и называли, тележная дорога. Ну, вот. А что со стандартами строительства? Говорят, они безнадежно устарели. От того, что мы вот напишем новые правила, от этого ничего не изменится. Все должно меняться на производстве. Угу. А написать-то, да мы напишем вот все это за неделю, все это просто можно перекатать зарубежных стран, какие там технологии, какие там добавки. Все это на производстве нету изменений. Угу. Но все-таки вот очень кратко давайте завершим нашу беседу таким неким единым рецептом. Пускай это не на один год, не на 5 лет, может быть, на 10-20 лет. Что нужно, чтобы постепенно улучшить качество наших дорог? Повысить производительность труда. Всем нам. Всем нам. Если мы ее повысим хотя бы вдвое, значит, на дороге будет выделено в 2 раза больше денег. И нам будет мало. Ну что ж, и надо потом еще повышать производительность труда. Надеюсь, доживем до этих времен. Спасибо большое, Игорь Алексеевич. Ну, вы, может У нас быть. В студии был Игорь Иванов, академик Российской инженерной академии. А мы продолжаем наш выпуск.